Так, всем привет. В прошлый раз мы сделали окошко, научились создавать. Надеюсь, вы там все почитали, разобрались. И сегодня продолжим. Вот, продолжаем делать что-то по типу какой-то игры, какой не знаю. Но это не суть, не в этом цель всех этих уроков. Итак, у нас есть окошко и у нас есть основной цикл. Есть цикл, который крутится, крутится, крутится до тех пор, пока не придет событие об окончании, да, о закрытии окошка. В данном случае это вот pgame quit, 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 выход, закрыть, короче, как угодно. Вот. Что делаем дальше? Ну, как минимум, нам нужно какое-то меню в наше, перед стартом нашей игры, чтобы там было старт, там посмотреть очки, там загрузить, сохранить, выйти. Вот. Поэтому перед тем, как все остальное делать, давайте создадим менюшку. Вот. Ну и опять-таки моя рекомендация. Сначала вы продумайте вашу игру. Нарисуйте, изрисуйте пол тетради. Как все будет выглядеть. Как каждый персонаж может двигаться. Что он может делать. Вверх прыгать, вниз там стрелять, еще что-нибудь кричать. Вот. Потому что без всего этого вам будет сложно все что-то делать, и в результате вы или забросите, или забросите, или одно из двух. Вот. Так, делаем меню. Ну, сделаем меню. Значит, для меню давайте создадим отдельный модуль такой. И назовем его меню. В этом меню мы создадим функционал, классы для того, чтобы непосредственно, да, управлять этой менюшкой. То есть, как минимум, там, нарисовать его, вот, ну и содержать и обрабатывать информацию о состоянии меню. Потому что меню у нас, то есть в целом, да, я так назову, но это будет непосредственно меню, которое будет рисоваться, да, и где мы сейчас находимся. То есть мы стрелочками будем вверх-вниз перемещать и выбирать пункты меню. А дальше либо мы нажмем, зайдем в игру и будем играть, либо мы зайдем в настройки, либо мы зайдем посмотреть там очки, которые были набраны, либо выход. Вот. Итак, импортируем pgame. Он нам по-любому надо. Дальше. Ну, давайте, что я сделаю. Перед тем, как создавать основное меню, создам классик. То есть меню — это что-то комплексное, да? Это есть там... Давайте вот сюда, классно, меню, да, есть айтемы, так называемые, вот элементы меню. Первый элемент, второй, третий, четвертый, пятый, и каждый элемент может быть по-своему сложен, да, то есть вот есть элемент, и у него есть подэлементы, у этого подэлемента есть еще подэлементы, вот, а элементы могут быть задизейблены, то есть отключены, либо включены, все зависит от режима. Мы такой сложности, конечно же, я создавать не буду, но нужно создать какой-то классец для хранения информации об элементе, вот, об отдельном элементе. А меню в целом будет содержать набор этих элементов. Ну, где-то так. Значит, создам класс для внутреннего использования в этом модуле. Делаю подчеркивание и называю меню item. Меню item есть. И сразу же объявим конструктор. Вот. Конструктор. Дальше. Что мы в этом конструкторе будем делать? Мы будем создавать непосредственно меню. Внутренние переменные у нас будут такие. У нас будет позиция нашего меню. Дальше. У нас будет индекс, чтобы мы потом ориентировались, да, непосредственно. Когда мы клацаем, кликаем Enter, то на каком же мы меню это кликнули. Дальше давайте будет description. Зачем, не знаю, но пусть будет. Description. И. Смотрите, что еще надо. У нашего меню, для того, чтобы его подсветить, ну, как-то выделить визуально, что оно выделено, да, нам нужно придумать способ. Самый простой — это менять цвет. То есть будет обычное состояние меню, например, зеленое, а выделенный элемент меню красный.
Да, то есть красный это признак того, что меню выбрано, то есть, но еще не активировано. Вот. Ну, точно так же, как вот здесь. Как вы видите, я перемещаю, меняется фон. То есть серенький не выбрано, а голубенький выбран. Точно так же и здесь. Соответственно, я решил, что сделаю вот так вот. Items будет, какие-то итемы, и это будет у меня кортеж. В этом кортеже у меня будет следующее. Так, так, так. Я здесь создам два элемента, да? С, например, зеленым и с красным цветом. И в зависимости от того, выбрано сейчас это меню или нет, я буду рисовать либо там зеленый, либо красный. Но для начала мне нужно получить объект непосредственно для шрифта, для рисования шрифта. Объявляю переменную font. Дальше у pgame вызываю font и создаю объект font, шрифт. И вот здесь мы пришли к тому, что нам нужен какой-то шрифт. Сейчас я какой-то шрифт скачаю и продолжим. Итак, я скачал два шрифта. Ну, вот этот я попробовал, Paper Cut. Вот. Сейчас укажем путь. Так, 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 так. Это у нас будет фонт. Получается фонт, ну тут здесь даже подсказывается, и paper cut, вот такой будет размер, да, и здесь, ой, имя шрифта, и здесь непосредственно будет его размер. Теперь смотрите, вот есть фонт, дальше, что я здесь делаю, фонт, рендер, то есть я буду рисовать непосредственно, так, текст, дальше. True тут. И цвет какой-то. Color. Вот. Сейчас я это быстренько сделаю, потом разберем. Так, рендер. Anti-aliasing. Вот. True или false. Ну, я установил true. Что это такое, почитайте, чтобы не тратить время. Теперь смотрите. Что нам здесь, то есть по факту у меня будет кортеж, и в котором будет содержаться уже два объекта, да, для отрисовки. Один и второй. А вот, если не выбрали, рисуем один, если выбрали, второй. И визуально это будет отображаться. Теперь смотрите, нужен текст, нужен цвет. Давайте в конструктор я это все непосредственно и передам. В конструкторе при создании объекта мы сразу же будем указывать текст, нужный нам. Дальше. Default color, default, ну или default color, это цвет по умолчанию. Дальше будет цвет выбранного элемента, selected, то есть давайте сразу это будет по умолчанию, а это будет тот же текст, но с другим цветом, если он выбран. Дальше непосредственно расположение, да, координаты. И сразу же вот здесь изменим. Дальше позиция. Дальше this описание какое-то. Ой-ой-ой, будет. И дальше размер шрифта. Font size. Ну, по умолчанию пусть будет равен 48. 48 вроде бы нормально. Я так запустил, отрисовал тестовый текст, да, на экране, вроде пойдет. 48 как раз то, что нужно для меню. Итак, смотрите, есть конструктор, все у нас хорошо, объект инициализируется и все круто. Теперь давайте заведем такую функцию, как select. Это функция, которую мы будем дергать, если какой-то элемент меню мы выбрали. Вот. То есть, смотрите, вот этот индекс, на самом деле, нам будет указывать, что отрисовывать. Либо по умолчанию цвет использовать, либо выбранный элемент. Да? То есть, select, и мы сразу указываем индекс, а по индексу будем доступаться к этому кортежу, и все красиво рисовать. Так, давайте теперь deselect. Или unselect можно было. То есть, мы здесь вернем индекс в 0. Вот, дальше. Дальше получим get item data.
данные непосредственно по... Ну, данные имеется в виду либо вот этот объект, либо вот этот мы получим. То есть, в принципе, пригодится. Не пригодится, всегда можно удалить. Так, что мне надо? А, мне надо self items у items по текущему индексу. Вернем эти данные и вернем позиции. Вот, вот так вот. То есть это по факту у нас тоже кортеж. Да, как вы видите, два значения. Так, что ты... А, подчеркиваешь. Это он подчеркивает, потому что нету линии в конце. Так, ну и давайте еще, наверное, сделаем пропертю, которая будет возвращать нам вот, вот это. Так, get. А, даже не get, description, вот, и return нашего какое-то описание. Ну, я думаю, оно нам нужно будет. Вот, это, теперь смотрите, мы создали объект, ну, класс, точнее, создали, который описывает непосредственно наш объект, нашей менюшки, да, вот, вот этой непосредственной менюшки. Вот, давайте его разберем, и... Я закончу. В следующем уроке продолжим создание менюшки, да, чтобы не затягивать. Смотрите, класс. Почему здесь подчеркивание? Потому что он будет внутренний, да, для вот этого файла. Он не должен быть доступен извне. Это первое. Второе. Конструкторы. Конструктор, мы знаем, создается вот в начале два подчеркивания, в конце два подчеркивания. То есть как только где-то создается объект, вызывается вот, вот таким вот образом, clock, например, или вот display, да, то срабатывает конструктор. И, соответственно, мы инициализируем все данные, которые нам нужны. Какие данные нам нужны? У нас непосредственно будет положение нашего элемента меню на экране. Дальше индекс. Индекс – это внутренняя переменная, нужна для того, чтобы понимать, выбран этот элемент или не выбран. Да, вот будет выбран, например, или не выбран. То есть, когда мы будем перемещать стрелочкой по меню, конкретно мы переместили и у этого элемента будем вызывать функцию select. Когда мы с этого элемента уходим, мы у него будем вызывать deselect. Соответственно, будет меняться индекс. Если будет меняться индекс, то при получении данных get item data, а эти данные нам нужны для того, чтобы рисовать, то будет возвращаться либо вот этот объект, либо вот этот объект. Ну и, конечно же, еще координаты. Вот, соответственно, я думаю, здесь все довольно-таки просто. Шрифт мы получили вот так. Да, у Pgame вызвали, получили доступ к модулю font, у фонта вызвали конструктор font, и он создал нам какой-то font, да, какой-то объект. И этих объектов у нас вот один и тот же, грубо говоря, но в двух различных вариациях. Да, рисует либо это, либо с одним цветом, либо с другим цветом. В принципе, все. Шрифты можно накачивать. Можно понаходить полно бесплатных шрифтов, но опять-таки это все лучше делать перед написанием игры, а не в самом начале, о чем я и говорил. И спешите 10 тетрадок, распишите свою игру, а потом только приступайте. Продумайте все, шрифты, цвета, картинки и т.д. и т.п. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!